Тр-тр-тр, погнали! Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами, как всегда, Турбоёжик. Играем в Раст. И сегодня у нас будет такой рейд с подписчиками с моими. Вот они, эти два чувака. Это моя хата. И погнали за мной. Опа, хатка находится здесь недалеко. У меня здесь 4 сихи халявные. Опа. Так, вот они. Вылезут, не вылезут. Ага, один вроде вылазит. Давай, спускайся уже. Дом находится недалеко, он 2 на 2. Двухэтажный. Спрыгнет, нет. Подождем. Двухэтажный. Ну, зарядим. 4 сихи, надеюсь, хватит. Все, погнали. Так, он здесь вот где-то недалеко находится. Так, они идут, что ли, за мной? Не идут. Параллельно с записью видюхи у нас еще и стримчанский идет. Так что один глаз направлен на чат. Что-то я не понял, а где? Дом-то тут. Заблудился, что ли? Что за бред? ТП, что ли, написать? Походу, заблудился. Где этот чертов дом? Что? Я не понял. Так, я уже заблудился, как всегда. Сейчас ТП напишем. ТПР. ТПР 3. Чё? А, Хома 3. Хома 3 надо писать. Чё, не найдено? Окей. Хома 5. ТП на меня пишите, я сейчас улечу туда. Ёж ленивая. Опа, он не слышит. Слышит, слышит. Сейчас я улечу и буду возле дома. Так, телепорт. Вставай. Вот он, дом этот. Ждем телепортов от чувачков. Вот этот дом. Такой маленький, небольшой. Так. Ждем телепортов. Что-то не пишут они. Чат-то у меня. Ну, да, все нормально. Включен. Пишите ТП, 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 ТП. Странно. Не пишут. Подождем. Где Сусанин? Не знаю, чуваки, Сусанин работает. Чё-то они хотят ТП писать. Окей, погнали. В одного. Вот он, дом этот. Где заходить, не знаю. Давайте сзади зайдем. Вот здесь вот. Две сихи. А вот ТПА. Сейчас отбегу. Посмотрим, как взорвется. ТПА. Принял. Так, там, кажется, перемычка, второй этаж есть. Подожду, чувачка. Пока телепортируется, а то там стройка запрещена. ТПА. Так, один приехал. И второго сейчас подождем. Стой, 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 подождем. Так, чуваки, я пока комменты не читаю. Дайте мы дом зарядим, потом посмотрим. Все, вперед. Что, не тпшнулся, что ли? Не-а. Так, смотрите, там двери нету. Печка одна. 3635 железа, 1980 сульфы. Так, 135 железа, 115 ткани, 300 кожи, 50 МВК, 42 топлива низкого качества, 1500 дерева, железа, и коноплю заберу. Так, ну и все, больше здесь ничего нету. Странно. Фигня полная была. Не знаю, может здесь еще вот подорвать, или не надо. Взорвать, что ли? Давайте взорвем все-таки. Кину. Да-да-да, отходи, отходи. Сейчас рванет, посмотрим, что там. Ну там, может, навряд ли что будет. Может, бич там будет спать. Посмотрим. Что-то развалилось. Ах, фак! Чуть не упал туда. Не, нету здесь ничего.
не окупились. Не-не, давай домой назад. Фу. Да, 4 сихи не окупились. Взял только 1980 сульфы, 3770 железа. По мелочи вообще просто. Херня. Ладно, полетели домой, сейчас будем крафтить еще штучки. Погнали. А, он же сихи принес, вы смотрите. Ты что, принес уже сихи? А я без оружия просто. О, чувак, сихи принес. О, подсади, подсади меня. Давай, давай, давай. Опа. Е. Йоу, бич, йоу, бич. Злейн. До свидули. А здесь можно было запрыгнуть. О, он залутанный. А в ящике пусто. Так, залутанный. Нормально, нормально. Да, нормально. Почти я купили. Так. Шмотки заберу. Еще три стихи. Одевай сиквел. Давай сейчас. А у меня оружия просто нету. Броня с дорожных знаков. Автомата нет у тебя? Оружие, оружки, оружки нету, чувак. Я без оружия. Короче, жди сейчас. Давай, я вот здесь вот буду в кустах. А вот, на. Ну-ка. Три сихи нужно на стену, на одну. А не две. Потому что здесь 750 хп. О! Пошли за аэром, пошли за аэром. Сейчас аэр возьмем. Может там что будет. Сейчас залутаю аэр. Посмотрим. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, аэр. Огнемет, калаш, патроны, офигенский аэр. А прицел есть. Одевать не буду. Патроны. Офигенное. Это говно. А это мне. Класс. Так, зажигательное. Я калаш взял. Я взял уже калаш. Тупа. Ну, погнали, я сейчас тогда в дом ТПшнусь, и потом на меня напишет ТП. Так, и вот он сейчас, следующий дом. Уже будем рейдить с помощью разрывных патронов и калаша. На калаш я одел... На калаш я одел... Так, вот эта дверь, короче, смотрите, дом такой. На калаш я одел, что-то завис, да? Глушитель одел, сейчас пойдем, в общем, здесь. Погнали. Не понял. А, черт. Я ж испугался, думал, пофиксили. Блин. А, все, разрывные есть, да? Ну да. Попробуем зайти. Если хоть что-то там будет, посмотрим. Я сколько хп снесло? Снесло. Сейчас у меня язык заплетается. Привет, ежик, красавчик, обожаю твои видосы. Саша Старов, спасибо, чувак. Все, что ли? 24 хп. Привет, Ёж, ты красавчик. Уже прочитал. У меня, Ёж, у меня комп говно. Бывает? Так, все. Сейчас подождем. Дверь упадет, посмотрим, что там. Ну, навряд ли здесь что-то будет. Я, как и говорил, ну-ка. А, тут ничего нету. Это штука для вызова аэра. А здесь что? 87 патронов. Живем. Ну а здесь, наверное, шкаф стоит. Патроны есть, давайте откроем. Лёш, привет, почему на калаше 50 патронов? Чуваки сказали, что здесь X2 типа на патроны стоит. Я не знаю. Ни раз такого не видел, да? Клево. Ну здесь шкаф, скорее всего. Навряд ли здесь кто-то будет. Ну, добьем до конца уж.
Посматривать надо. 2 хп. Ну да, там шкаф. Что-то развалилось. Давай же, падай быстрее. Дверь упади. А, нет, смотри, тут ящик есть. О, он закрытый. Ну-ка. Может, рез какие есть? Посмотрим. Ну, что-то выпало. Четырехкратный прицел. Камни 60. Пистолетный патрон 300. Как у тракториста, да? Килт из дорожных знаков. Патроны, штурмовая винтовка. Калаш, да? Килт тоже неплохо, в принципе. Металлический нагрудник, штаны, кожа, ткань. А ну, смотрите, кожа 1950 неплохо, да? И ткань 3640. Нормально. Так, ну чё, где... А, вот он. Первый дом. И там второй. Погнали. Воу-воу-воу-воу, мужик. Полегче. Чат выключить надо, мешается. На, я думал уже все, нет. Тихо-тихо-тихо-тихо. На нахер, бич. А сейчас сдохну. А шприц, чувак, шприц, шприц, есть шприц, быстрей. Блин. Он залутанный, облутай его. Грибами отъезд. Дай грибы, дай грибы. У меня грибов нету. Вот это съешь, вот это съешь, сейчас кину. Фак, ежевика, во. Класс. Ну сейчас эту стену еще... Стреляй вон в ту дверь, пока отхилюсь. Так, пока отхилимся. Вот так вот, наезжа с автоматом, пошли, получили люлей. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, перезарядка. Прикрою пока его, пока здесь сижу, в кустах. Го, я тебе задоначу 1к, а ты мне распишешь на стене. Го, мужик. Без проблем вообще. Без проблем. Да откуда ты, бич, пришел-то все, а? Заколебали. Минус 2 уже, отъезжаю. Аккуратней, ёж. Крой, крой вход. Так, итого. Ага. Ресы есть. Так, забираю. И это все мне. Давай, это все мне. Печь. Пустая. Пустая. 300 МВК. И 11 косарей камня. 870 железа. 44 тысячи. Даже больше. 46 тысяч дерева. Отлично. 10 косарей железа. Все окупилось. 70 косарей. О, 70 косарей. 80 единиц высокого металла. Ну и все, в принципе. Патроны 92. Нормально, взяли. Отлично. Погнали дальше, тот там. А надо рез отнести. Чтобы с ним не ходить. Отнести. Пойду отнесу тогда. О, надо тебе аптечки, смотри, смотри. Большая. О! Ништяк. А, пошли, подсажу тебя наверх, посмотришь, что у того чувака. Не, вот здесь вот. Вон он валяется. Вот сюда вот. А, так можно запрыгнуть тут. Да? А, вон. Ну я пойду отнесу пока. Рез. Тот стреляет уже. Так, еще один домик у нас. Очередной, наверное. Ну, с базукой попробую вынести его. Калаши есть с разрывными патронами. А, вот он. Так. Отойти всем. Уезжай, базука. Отходи. О, красавчик. Ну и погнали еще разок.
Все, welcome. Еще одна дверь. Там еще одна дверь. Сейчас сделаем ей досвидули. Нихера себе задержка. Я прикрываю. Так, нихера тут. Так, это я все забираю. Отлично. И сюда. Чувака, правда, нету. Все. Херня полная, короче. Там может деревянный напоследок, смотри, там стоит. Погнали. А где там чувак, говоришь, какой-то был? Вот там вот деревянный. Попробуем. А, деревянный вижу. Попробуем деревянный залутать. А, ну все, короче, пока все. We'll be right back.